Полицейские Саратова выясняют обстоятельства трех крупных аварий, которые произошли по вине одного водителя. Практически сутки он держал в напряжении весь город. Сначала сбил на пешеходном переходе двух женщин и трехлетнего ребенка. В результате его мать погибла. Девочка и другая женщина получили серьезные травмы. Мужчина скрылся с места происшествия и уже через три часа въехал в иномарку, за рулем которой находился полицейский. В данном ДТП водитель автомашины ВАЗ-2110 вышел из машины, нанес телесные повреждения водителю автомашины «Део Нексия», после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылась. Мужчину остановила только третья авария на трассе Саратов-Тамбов. Его автомобиль на встречной полосе лоб в лоб столкнулся с легковой машиной. Оба водителя пострадали. Виновник трех ДТП в реанимации. Его личность предварительно установлена. Известно, что мужчина лишен водительских прав еще в декабре прошлого года. Тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование.